Кейшу нарет, вот как я. Он, видимо, не на ложных связках, а просто. И он еще там унылым таким голосом, испуганным. Вот это вообще мне близко просто, тревога. Надо же, я мечтал с блэк-металлистом сидеть и что-нибудь общаться, ну, пробухать, правда, еще при этом, курить. И вот мечта сбылась. Только не на улице, а в доме. И слушать музыку, блядь. Мне понравилось, я добавил. Это я ее слушал. Я ее больше 10 лет слушаю уже. И не надоедает. Ну, я не знаю. Я переводил все их тексты там, в их стиле тексты писал. Офигенно. Ну, типа, знаешь, охуенно, вот. I'm fine, я в порядке, я в порядке. Да, мне тоже. Это вообще охуенно звучит. Я в порядке, я в порядке. Не знаю, это пиздец. Настолько охуенно. И он, кстати, новые альбомы... А, нет. А именно Coffin делают новые альбомы. У них новая песня охуенная. Мне просто женские вокалы не нравятся.
связку. Наложим связку колен. Через лад. Еще можешь ниже спустить. Да. А, сейчас. Большую. Не зажимаю, а просто потрать на большим пальцем. Потрать просто не зажимаю. Прикоснись к нему. Ксения, это какое число, подскажи? 17-е, сейчас скажу. Нет, к сожалению, 17-го работаю. 18-е, да. Все, спасибо. Все. Я вот что написал пока что. Свои песни? Ну, из своих каких-то песни не написано. Thank you.
обычно такая тревожность есть. Мне нравится тревожность. И, короче, от бабушки мне... А! Психушку мне поставили, он сказал, диагноз художественная личность. Такого диагноза не существует, он обманул меня. Короче, от моей бабушки мне досталась депрессия, напряженность, тревога. Я вот хочу это выражать, ну, я это выражаю всю жизнь. В рисовании, там, в музыке. Thank you.
У него, видимо, было что-то связанное с хоровым пением в церкви. Он чем-то, у него там, когда он возвышенно поет, похоже, как вот в католических, где там. Он сам похож на священника. Он такой толстый, короче. А, как поп. У Юры Хвоя и Сега Газа. А какой у него прическа? Просто волосатый. Да, у него просто кудряшки такие по бокам. Короткая стрижка, как у меня. Блин, у меня закончились цвета нормальные, ну ладно. У него есть копирайт? Ну, на его музыку. Или он так? А, да, пофиг. А, ну да. Когда у меня спрашивали на выставке, видя охуительно ужасные картины, где там полный ад, они, короче, спрашивали, что у тебя было в голове, когда ты это рисовал? Я не знал, что им ответить. Там такая здоровая картина висит, там пиздец. У них не хватает даже этого. Они просто я себе там. Ну, ладно.
охуенно стало получаться. Что-то новенькое. Я бы еще мог порисовать, но просто видишь, грязно. Надо. Это нужно вот этой вот щеткой, которая с мылом, ой, с чистящим средством. В любом случае будет чуть-чуть грязно, даже если очистить хорошо. Понимаешь, искусство — это хаос. Я бы когда был на служении, ну, не будем говорить где, да я просто записываю. Я не знаю, просто я всего боюсь. Но если я скажу букву на S, 50, S, E, я ничего не имею против, я толерантно отношусь. Я искренне, чуть не заплакал так. Я искренне искал, я искренне ищу. О, вот это охуенно. Я искренне ищу счастья, у него нету. Сердце Бога пытается найти. Вот это охуенно. Очень низкая бас и очень осторожно там еще это нужен низкий бас и протяжный сэмпл низкий. Давай сейчас найду группу там чипой. Посмотри, а если в вот у Талибов, например, если ты просто вот у тебя лежит, ты взял, то отрубят руку и положил на место. И он